Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. В эфире «Beauty Time». Всем здравствуйте. Ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Бьюти-пятница – это может быть и название вечеринки, а также определенная концепция стильного завершения недели. Так, совсем недавно в подобном формате была организована караоке-вечеринка. Подробности далее. Иногда интереснее самой моды становится источник для ее вдохновения. Показ, прошедший в рамках «Бьюти-пятницы» от Viva Glam, был кинематографичным. Тенденции сезона сменялись под известные хиты любимых фильмов. По моей улыбке, наверное, понятно, какое у нас сегодня настроение, потому что действительно настроение прекрасное. Бьюти-пятница, ну, само то, что это пятница, во-вторых, что она приходит в таком веселом месте. И эти пятницы мы планируем сделать регулярными, то есть сделать их каждый месяц. В роли модели известные модницы города, некоторые из которых даже решились на живое исполнение. Одной, единственной ждем, как чудо. Хотя должна, она должна сгореть без следа. В сегодняшний показ я попала, я участвовала здесь раньше в караоке, пела, и меня пригласили как поющую модель. Образы мне очень понравились, особенно спортшик. Я обязательно вот возьму этот наряд, в котором я была. Модель я просто первый раз. Первый такой опыт, но мне очень понравилось. Я надеюсь, что меня еще пригласят и с удовольствием поучаствую. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь. Элина, да, знала, что я пою, и предложила спеть. Было очень волнительно. Но переполняет эмоции. Но эту песню, да, Алина подобрала для меня и видела как сходство. Интерактивная часть вечера, ответы на вопросы о фильмах, именах главных героев и актерах, их сыгравших. И мы сегодня показали самые горячие тренды сезона, самые модные луки, цветовые решения и нашу любимую коллекцию «Спортшик». Эта осень, она совсем не осенняя, я бы сказала, потому что преобладают такие глубокие синие цвета, цвета океана и очень-очень много блеска. То есть возвращается в моду люрикс, который одно время уже всем приелся, но сейчас он в каком-то новом решении, то есть вот стилистика 70-х, вот эта богемность. И люрикс, он такой очень, ну я бы сказала, очень тонкий. Сезон вечеринок открывается, а это значит, что впереди еще много поводов модные знания применить и быть красивыми. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Это, к сожалению, применимо и к лету. Единственное, что нам остается в утешении, это красиво с летом попрощаться. Как это сделали представители бьюти-индустрии Челябинска, посмотрим прямо сейчас. Ловкость рук, изящество линии и никакого обмана. Фестиваль Dream Fest дарит девушкам мечту. Фотографии, достойные глянцевых страниц модного журнала, теперь есть и в личных коллекциях участниц проекта Dream Fest. Ну да, сегодня вот такое замечательное мероприятие мы с Наташей организовали. Команду выбирали, на мой взгляд, это лучшее, что есть в городе. Хотели попрощаться с летом, мы хотели, чтобы это была круизная коллекция представлена, чтобы мы фотографировались на катере, на яхте, чтобы это вот было вода, ну моря у нас нет, вода, озеро. То есть вот такое прощание с летом, логичное. Сегодня была общая концепция, мы выполняли бронзовые смоки в легком таком стиле.
девушки будут сегодня сниматься на яхте. Все цитат золота и натуральных оттенков легких. Свежий образ, летний-осенний. Конечно, девушки поменялись, они засияли, глаза засияли. Укладки были легкие, и макияж способствовал преображению полному. Популярность профессиональной фотографии востребована у модниц любых профессий и возрастов. Эту потребность стимулируют социальные сети, а также и большое число специалистов бьюти-индустрии, которые работают в больших городах. Ну, я могу сказать, что это произошло случайно. То есть так, в планах такого великолепного прощания у меня не было. Теперь я морально готова к сентябрю, к новому бизнес-сезону. Было все здорово, замечательно. Нам очень повезло с погодой сегодня, чему мы очень рады. Все было на высшем уровне. Мы любим такие проекты. Это целый процесс, в котором участвует очень много людей. Большое им всем спасибо. Вы знаете, DreamFest — это не только фотосеты, это не только фотосессии с участницами. Это ряд мероприятий, и мы планируем проводить их ежемесячно. Вы увидите много интересного. Мы планируем вот в ближайшее время сделать постановочный номер для участниц. Они поработают с профессиональными режиссерами, станут настоящими актрисами. И следующее мероприятие будет для тех, кто желает попробовать себя в роли актрисы, профессиональной актрисы. Лето прошло, и для того, чтобы украсить положительными эмоциями наступившую осень, а за ней и зиму, необходимо будет приложить несколько больше усилий. Впрочем, оптимизма в наших красотках хоть отбавляй, а значит, новых проектов долго ждать не придется. Администрация города Челябинска и имидж-клуб «Светлана» в честь дня рождения нашего города представляют парад моды на Кировке. 9 сентября в 20:00 начинаются показы новинок сезона. Генеральный партнер – Челябинский трубопрокатный завод. ФИФ – масштабное фэшн-событие осени, маркет дизайнерской одежды и аксессуаров, живое общение с авторами модных коллекций, мастер-классы ведущих стилистов города, бьюти-рум – макияж и укладка всем желающим, для детей организована игровая площадка. 2 октября – Гранд-отель «Видгоф». Подробности на сайте fib74.com. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал моя-новая-жизнь.рф. Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск. Тенденцией последних лет составлять луки из разных марок, разных стилей и разных коллекций спорит еще одна дизайнерская идея костюмов и комплектов. Началось все с сетов украшений, которые также до недавнего времени было принято разбивать, и постепенно этот тренд проявил себя и в одежде. Трикотажный костюм со сложной фактурой и сложным принтом не требует дополнительных украшений. Будет уместно, если сумка и обувь в данном случае будут малозаметными. Ну а чтобы этот комплект отработал в гардеробе по полной, его всегда можно разбить на составляющие и носить их по отдельности. В связи с тенденцией комплектности обещают стать популярными твинсеты, или по-нашему трикотажная двойка. Изобретенные еще в 30-е годы, они время от времени возникают на модном горизонте. Сегодня их рекомендуется носить с креативной обувью, эффектными моделями штанов и юбок. Йога-практика в качестве фитнес-направления популярна у нас последние пару десятков лет. Только в нашем городе существует огромное количество йога-студий, где преподают самые разные ее виды. Йога учит нас чувствовать себя, понимать себя, находиться в гармонии с самим собой на очень разных уровнях. На уровне тела, на уровне дыхания, на психоэмоциональном уровне. Это способ привести свою жизнь в то состояние, в котором вы дружите с собой, у вас нет конфликтов внутри, вы правильно питаетесь, у вас правильный рацион дня, у вас правильная культура движения, у вас правильное дыхание. Ну, как минимум, не вдаваясь ни в какие там глубины философии, вы будете здоровее, да? Вы проживете дольше, вы будете меньше нервничать.
Анатолий Зенченко – один из самых известных преподавателей йоги на территории постсоветского пространства, основатель направления Ишвара-йога, этой осенью посетил наш город с двухдневным мастер-классом. Это методика, которая позволяет, не напрягаясь, не растягивая мышцы, не растягивая связки и сухожилия, не раскрывая суставы, не растягивая кожу, делать самые сложные асаны и делать так, чтобы вам было хорошо. Я просто очень хорошо знаю законы физиологии, биомеханики, просто физики. И я объясняю, как собрать тело в одно целое, чтобы оно не боялось быть разорванным на части. Первый день вчера была теория, то есть знакомство, разговор с ним, подача, как это, то есть вопрос-ответ, насколько мы улавливаем информацию, насколько он готов идти дальше. А сегодня уже идет физическая часть, то есть именно практика с телом, и то, что мы вчера услышали, мы сегодня это претворяем через тело на практике. Вот он приехал на 2 дня, и вот, не знаю, на год работы для осознания, для собственной практики, в общем, очень полезный такой, очень интересное мероприятие. Интересная подача, достаточно артистичная, достаточно понятная, как казалось бы, но не так, как я думала до этого. Заниматься подобной практикой может любой человек, вне зависимости от физической подготовки и навыков. Все, что для этого потребуется, желание достичь гармонии с самим собой и окружающим миром. Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск. Мода и кинематограф всегда вдохновляли друг друга. Знаменитые дизайнеры одевали знаменитых актрис, создавали костюмы для культовых картин, а зритель, ввиду отсутствия соцсетей, именно из фильмов узнавал, что носить, как стричься и укладывать волосы, где проводить свое свободное время. В последний день лета известные модники нашего города вспоминали золотые годы Сен-Лорана и Живанши. Лето было классное, лето было яркое, жаркое, и как-то так хотелось его проводить, очень здорово, тепло и уютно. И в связи с тем, что у нас очень скоро Long Fashion Weekend, и мы в активной подготовке, ничего более умного, чем пикник и просмотр кино на улице, мы не смогли придумать. Но это оказалось таким классным форматом, что придет уйма народу. Заявилось уже более 70 человек. Мы думали, мы проведем такое местечковое, человек на 15 мероприятие, а будет, похоже, очень много людей. Мы сегодня с нашими дорогими друзьями Long Fashion Weekend провожаем лето. Пришли на эту замечательную площадку, расставили свечи, подушки. Хотим сделать так, чтобы это лето, на самом деле, очень здоровское, жаркое, теплое, запомнилось всем. Гостям фэшн-пикника предложили знаменитую картину «Funny Face». В отечественном прокате «Забавная мордашка». Да, фильм, конечно же, мы выбрали исторический, фильм о моде. Фильм называется «Забавная мордашка» 1957 года с Одри Хёбберн, с Фредом Астром. Будут классные танцы, классные картинки яркие. И фильм как раз рассказывает про журнал «Quality». Это такая некоторая метафора, некоторая аллюзия на журнал «Vogue». И фильм очень позитивные и как раз закончить вот это лето ярко и красиво. Есть в просмотре ретро-фильмов какое-то романтическое очарование. Неудивительно, что идея фэшн-синема-пикника вызвала живой интерес наших современников. Здесь отличная атмосфера, отличный вечер, собралось так много людей, и мне кажется, это очень крутое окончание лета. Я люблю осень, это мое любимое время года, поэтому эмоции лучше. Плюс я уезжаю домой скоро, я из Петербурга, поэтому это тоже плюс. Вообще, должна сказать, что в Петербурге подобные мероприятия – это не редкость, а вот то, что они проводятся в Челябинске, что они проводятся в таком формате – это для меня приятная неожиданность. Я думаю, лето было очень хорошее, и все получили удовольствие достаточно от лета, и теперь готовы вступить в осень. То, что поэты и художники называют золотым временем года, а циники – периодом дождей и слякоти, для фэшионистов становится поводом составить стильный аутфит. Ну а если быть проще, одеться тепло и вместе с тем красиво. Сегодня творческих фэшн-проектов существует очень много. Молодые девушки и возрастные дамы с удовольствием участвуют во всевозможных преображениях и фотосессиях. Данный проект посвящен поиску индивидуальности и знакомству с молодыми дизайнерами нашего региона.
например, масс-маркет, они ориентированы на потребителя, или они ориентированы на ту ткань, которую произвели, или, например, на бренды какие-то пред-а-порте или еще на что-то. А мы ориентированы именно на вкус и самовыражение наших дизайнеров. Мы здесь за индивидуальный стиль, не за исследование каким-то трендом, а именно за кропотливую работу над собственным образом, индивидуальным. Не слизывать с модных блогеров, не копировать журналов, а создавать действительно что-то уникальное, неповторимое, миксовать это. И я вот придумала свою линейку одежды «Пур-пур». Это одежда для девушек, которые не спешат взрослеть, хотят продлить свое детство и порадовать окружающих своей милотой, няшностью и хорошим настроением, ироничным отношением к себе. Так что каждый носит частичку себя, своей личности, своей неординарности, и получается калейдоскоп дизайнеров галереи. К этому творческому процессу дизайнеры привлекают и самих участников фотосессий. Всегда можно высказать свое мнение по поводу составленного лука, предложить доработать ту или иную дизайнерскую вещь. Можно нарисовать саму эскиз, можно найти в интернете понравившуюся модель, подобрать ткань, вместе с дизайнером подумать над различными вариантами воплощения. Очень много разных вариантов одежды предпочтений. Мне очень понравилось. Решила попробовать себя в качестве модели. Теперь часто здесь бываю, посещаю это замечательное место. Работа над образом начинается с принятия себя. Ведь целостное восприятие человека – это гармония формы и содержания. А меланхолию осени легко размыть романтикой и яркими красками. Многие живут в рамках заданных шаблонов. Мы стараемся их вывести из этого состояния, принять свою индивидуальность, полюбить себя. И вот с этого уже начинается создание неповторимого стиля. Сейчас мы хотим подобрать образ для Полины. Мы решили создать элегантный, но в то же время яркий осенний образ. Девушка высокая, и поэтому ей подойдет такой вот элегантный кейп и такая юбка. Еще мы дополним образ яркой шляпой и прочее. Мы создали образ в английском стиле и использовали очень выгодную модель кейпа. В нем использована клетка. Также есть акцент на броши, которая подходит к юбке и губам. Классическая шляпка и красивый осенний образ готов. Внешний облик города – это не только дома и улицы, это прежде всего люди, которые в нем живут. И на фоне таких различных дизайнерских лабораторий наш город – это город контрастов, экспериментов и безграничных возможностей. Лариса Ринар снова в Челябинске. Творческая встреча с читателями состоится 1 ноября в Библиоглобусе ТРК «Фокус». А 2 ноября ждем вас на мастер-класс «Круг женской силы. Перезагрузка». Подробности по телефону 8 912 807 400 и 8 912 79 17 555. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Зоне Кривой 30. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. Территория тайского спа Тайвай. Российская 206. Телефон 223 23 20. До 30 сентября при покупке от 3000 рублей скидка на следующий массаж 50%. Beauty Time и 31 канал представляют мастер-класс Александра Рогова «Безупречный гардероб». 17 сентября. Отель «Редисон Блу». Информация по телефону 246-400 и на сайте kassy.ru. Для лиц старше 12 лет. Все выпуски Beauty Time, новости и анонсы, все это на сайте bt31tv.ru. А у меня все, до встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой, дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.